Вы видите центральный стенд этой комнаты, это Осетия, гордость моя, и сын Осетии родной. Здесь биографические сведения, фотографии Дмитрия Егоровича, семьи. Здесь подарок его племянника, это СБА, то есть родной поселок Дмитрия Егоровича. Это замечательный, и вы знаете, осетинский, первый считается осетинский поэт Костах Хитогор. Здесь книги и альбомы, которые были в течение многих лет подарены нашему музею. Это и книги осетинских писателей, и стихи, и, естественно, здесь вы можете посмотреть альбомы и атлас вот Осетии. То есть те материалы, которые очень интересны нашим ребятам, вот, как история Осетии и взаимоотношения между республикой этой замечательной и всей нашей страной. Вот 11 июля 1944 года Дмитрий Егорович Джатиев проводил здесь совещание. Вот в этом погребе, это финский погреб был. Ну, использовался он как блиндаж. Дело было ранним утром, 3-4 часа утра. И по окончании этого совещания, значит, когда закончилось, по выходе из этого блиндажа ему под ноги снаряд угодил. Собирали по частям, погиб не только он, погибло там еще несколько человек вместе с ним. Потому что здесь вот эта земля, она буквально нашпигована осколками. Здесь шли страшные бои. Финны сражались самым ожесточенным образом. И очень много наших солдат погибло, к сожалению. В Нагире самая длинная улица носит название Ромашки. А в селении Ромашки находится улица Нагирская. Вот мы проехали, но на обратном пути увидите. Жители поселка Ромашки чтят нашего земляка. Уж не знаю, почему именно ему была отдана такая честь. Дмитриевна, разве нас можно для перебивок? Да. Я раньше раздер сама повторю это ханма и низко ноги. Моя таба вот. Аминь. Чего здоровился как она? Все стоит. Вот это захта и уноксал один ак цузахама цара, а с бади на хоскан зеран армаста. Ман майром хана и мана хестер таящи красовчи надо. Хасунца на ахтарей канан сама таба вот арта я чинок вот таки. Но сам того. Аминь. Ударился как она, она не скудан, забах кудон, она хитпили скудан, сам того. На кастарта забах кудон, на хайстарта деранште имя до горизонт махан куда монас, сам того. Аминь. Сима на хвозе надо, сави новая особа. Вам мерсов!